Прогремел сегодня и в Нигерии. Трагедия произошла на нефтебазе в экономической столице страны в Лагосе. Взлетели на воздух два бензовоза, а следом и находившиеся рядом резервуары с топливом. Погибли по меньшей мере 5 человек. Число пострадавших неизвестно. Чуть ранее в Абудже неизвестный мужчина бросил бомбу в торговый центр. В результате этого теракта погиб 21 человек. В организации обоих взрывов власти подозревают членов группировки Боко Харам.